Всем привет! Вы на канале Бисквит. Сегодня я покажу вам необычный рецепт мини-чизкейков. Ингредиенты в инфобоксе под видео. Возьмите 10 грамм желатина и залейте его прохладной водой. Отставьте в сторону для набухания. Четыреста грамм печенья разомните в крошку. Добавьте 200 грамм растопленного сливочного масла. И хорошо перемешайте. Это будет основа для чизкейков. Силиконовые формочки на 1/4 заполните печеньем. Слегка придавите, выровняйте печенье, например, дном стакана. Сильно не прессуйте, иначе будет твердым. Уберите в холодильник охладиться. Тем временем приготовим сам чизкейк. Возьмите 250 грамма сыра чиз. Добавьте 50 грамм сахарной пудры. И взбейте до однородности. В блендер положите 8 конфет Рафаэлло. Они необходимы для того, чтобы придать тот самый вкус Рафаэлло. Добавьте 80 грамм молока и хорошо смешайте. К крему чиз добавьте полученную смесь из молока и Рафаэлло. Добавьте 400 грамм сливок. Сливки должны быть не менее 33%, для того, чтобы они взбились. Смешайте крем-чиз со сливками и добавьте набухший и растопленный желатин. Хорошо взбейте массу до пышности. На основу выложите чизкейк. Шпателем или ножом разровняйте, чтобы не было пустот. Уберите в морозилку на несколько часов до полного застывания. Приготовим крем. В размягченное сливочное масло 100 грамм добавьте 160 грамм сахарной пудры. Хорошо взбейте, пока масса не посветлеет и не увеличится в объеме. Добавьте 250 грамм крема чиз.
и 200 грамм растопленного белого шоколада. Крем получится молочного цвета, но я его хочу сделать нежно-розовым, поэтому добавляю жирорастворимый краситель несколько капель. Все хорошо перемешиваем. Переложите полученный крем в кондитерский мешок. Предварительно вставьте насадку. У меня закрытая звездочка. Крем пока что уберем в сторону. Выньте из морозилки чизкейки. Если чизкейк хорошо заморожен, он легко выйдет из формы. Выньте чизкейки из формы и поставьте в холодильник на час, немного оттаять. На наши заготовки из чизкейка отсадите шапочку из крема. Украсьте конфетами Рафаэлло и кокосовой стружкой. Всего у меня получилось 15 чизкейков. Чизкейки имеют нежную кремовую текстуру и сливочно-кокосовый вкус, как конфетки Рафаэлло. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.